я просто не Так, пользуюсь. рассказываю. Значит, лопнула ось. Велосипеду 3 года. Велосипед у меня в прокате. 3 года катается. Износа конусов нет. Внутри смазочка чистая, белая. Грязи вообще нет, ни песка, ничего. Велику 3 года. Катается только летом. Но бывает, что и в дождь, и в грязь. Мою после каждого клиента практически. Обеззараживаю. Все отлично. Почему? Потому что с самого начала втулочки я протянул. И велосипед отработал уже 2,5 сезона. И только вот сейчас вот лопнул ось, потому что кто-то очень на нем хорошо попрыгал. Так что с самого начала протянули втулки, и все будет замечательно.